Здравствуйте, ребята! С вами я, Савонтий, и вы смотрите канал своими руками. Сегодня я выбрался на рыбалку. Что самое главное в рыбалке? Нет, не поимка рыбы, а ожидание поклевки. Ожидание того, как дернется кончик вашего удилища, либо дернется ваш поплавочек, утопится. И чтобы это ожидание было комфортным, я взял себе новое кресло. Новое кресло фирмы «Электростатик». Это модель F5R STP. STP означает, что в комплекте есть еще насадочный столик, а также держатель для удилища. Так, давайте более подробно о кресле. Вот такой внешний вид его. По характеристикам, вес 7 килограммов, ширина 53 сантиметра, глубина 50 и высота спинки 60 сантиметров. Очень удобное бюджетное кресло стоимостью порядка $50. Я рекомендую, сам начал пользоваться, по сравнению с моим старым креслом, небо и земля. Вот кресло в собранном виде. Очень компактное, много места не занимает. Весит всего-навсего 7 килограмм. Разлаживается очень просто. Откидываются ноги. Устанавливается, раскручиваются барашки и регулируем под наши надобности. Очень прочная рама, металлическая. Ножки выдвижные. Нога 35 сантиметров, выдвигается еще на 15. Вот такой вот алюминиевый профиль. Одним нажатием руки на вот эту защелку наша ножка двигается. Все четыре ноги можно выставить под свои надобности, чтобы устойчиво стояла на любой поверхности. Качественная ткань, водоотталкивающая, легко чистится. Логотип Карп. В этой модели присутствуют подлокотники прорезиненные, которые с легкостью можно снять. Здесь имеются 4 гайки, которые откручиваются и подлокотники снимают. Снизу этот материал держится на вот такой вот резинке, которая держится на одном всего-навсего узле. Очень мягко, можно жесткость выставить под себя. В комплекте идет вот такой вот насадочный столик. Давайте я продемонстрирую, как он устанавливает. Откручивается 4 барашка. Этими же барашками можно под себя дальше, ближе. Вот такой вот столик насадочный. В этой модели еще есть держатель для удилища. Это вот так. Такой держатель для удилища. В будущем он у меня трансформируется в фидерарм. Я не ловлю на удочку, в основном ловлю на фидерарм. Вот такой вот вид имеет. Этот держатель можно с легкостью трансформировать в держатель для комеля удилища. Он переставляется вот сюда, фиксируется, и сюда можно ложить удилище и настоечку. Мягкая ткань, логотип Карп, прорезиненные ручки, легко снимается. Одна гайка, вторая гайка. За счет вот этих вот крутилок у нас регулируется угол наклона спинки. До лежачего положения. Зажимаем. Легко снимается, просто вот одето. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Встретимся в других видео. Пока!